Новой волны заболеваемости гриппом и ОРВИ по расчетам специалистов не будет, несмотря на теплую погоду. Однако медики пока по-прежнему не советуют посещать массовые мероприятия. Окончательный спад активности вирусов прогнозируют в конце марта. В понедельник все закрытые на карантин школы и детские сады должны возобновить работу. В медицинских организациях режим карантина продолжают соблюдать. Сейчас на стационарном лечении находится почти 600 человек. У 89 диагноз грипп, еще 22 с пневмонией. Один человек в реанимации. Минздрав уже заказал противовирусные вакцины к следующему сезону. Медики выделили группу риска. Тем, кто в нее попал, будут ставить прививки не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. По крайней мере, так сказать, предлагаем этой группе риска провакцинироваться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Да? То есть это люди старше 60 лет, люди, у которых есть хронической патологии и которые в случае, так сказать, заболевания гриппа действительно составляют высокую степень риска для, так сказать, возникновения и развития осложнений, ну или, так сказать, летальных исходов.